них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, вы смотрите программу «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Виктор Сапрыкин, основатель, совладелец группы компании «Метем» и основатель торговой марки «Барьер», знаменитые фильтры для очистки воды. Добрый день. Сначала традиционный блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Коммуникабельность. Если спортивный болельщик, за кого болеете? Раньше болел за выдающихся волейболистов, хоккеистов Советского Союза. А сейчас, мне кажется, нету пока. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы порекомендовать? Артем Тарасов «Миллионер». Деньги любите? Нет, деньги не главное в жизни. Умеете признавать ошибки и извиняться? Конечно. Работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Можно, но очень трудно. Кем вы хотели стать в детстве? Мне задавали вопрос, ты хочешь быть министром? Я говорил, конечно, нет, потому что сейчас я с ними встречаюсь. Часто они хотят со мной встретиться. Поэтому я никогда не знал, кем я буду, но знал, что буду добиваться этого места сам. Но как оно называется, я не знал. Надо мной был только Бог и генеральный секретарь Компартии тогда, Советского Союза. В бизнесе, по вашему мнению, есть разделение на мужчин и женщин? Есть. Но женщины довольно часто бывают более талантливыми бизнесменами. Я с такими встречался. Назовите, пожалуйста, 5 слов, которые характеризуют вашу жизнь. Команда, друзья, семья, идея, деньги. Последнюю очередь. Теперь по существу. Я бы хотела начать с некой философии или концепции вообще построения вашего бизнеса. Угу. Группа компаний «Метем» включает разнопрофильные, назовем так, активы, которые появляются в разное время по разным причинам, но практически во всех, скажем так, бизнес-проектах есть руководитель, который в то же время является совладельцем этого проекта. Да. Можете рассказать об этой концепции, почему она так построена? Понимаете, человек, которому ты доверил эту идею, ты ее придумал, разработал, он должен быть связан с тобой. Если ты ему доверяешь деньги и продвижение этой идеи, то единственный способ, который позволяет его удержать, кроме денег, это опции или акции. Поэтому, как правило, я предоставлял 10% директору проекта. Сразу или чуть-чуть позже. А потом из собственных активов отдавал следующим успешным людям еще части своих акций. И в итоге появлялась команда, которая становилась миноритариями, но они уже были заинтересованы получать не только заработную плату, но и дивиденды. Вот и все. А тем, кому не хватало места, предлагалось стать руководителем другого проекта на таких же условиях. То есть все всегда знали, что существует возможность стать акционером старой компании или новой уж точно. А как они изначально вкладывают личные средства? Только время. У них нет денег, как правило. Только время и талант. Но это реальный актив. А как вы оцениваете стоимость этого нематериального актива? Ну, я сказал, что я в 90-м году, когда начал «Метем», то я оценивал талант и время руководителя проекта в 10% в компании. То есть каждый первый директор в разных направлениях получил по 10% сразу. Наверное, самый публичный, известный, разрекламированный проект группы компаний – это фильтры «Барьер». Мы немножко поговорим о бизнес-составляющих чуть позже, но я бы хотела сначала спросить вообще о некой истории вопроса, потому что это был новый продукт для российского рынка. И советского. Да, советского рынка, абсолютно не свойственен российской экономике. Как вообще появилась эта у вас бизнес-идея? Очень просто. Мы с ребятами поехали в Лаос. У нас не было много денег. Там нельзя пить воду из-под крана, потому что там бактерии, в общем, очень плохая вода.
Ну, нам сказали, пейте бутилированную только воду. И зубы чистите этой водой. Ну, пришлось купить и пользоваться. Да? Вернулись домой в Советский Союз, проверили, вода очень плохая, бутилированная. И поняли, что водой можно заниматься. Можно чистить бутилированную воду или готовить бутилированную воду правильно. Начали проверять нашу, советскую воду. Оказалось, тоже не очень. И поняли, что нужно заниматься водоподготовкой, водоочисткой, но на последнем метре. То есть именно, чтобы человек сам видел, как этот процесс проходит на кухне у вас. Фактически фильтр-барьер — это маленький завод около вас. А картридж — это просто инструмент, который нужно менять вовремя. Вот и все. И если вы доверяете бренду, если вы доверяете этой технологии, потому что мы описываем везде, почему у нас... Наша система позволяет готовить кондиционную воду. Да? Что там внутри этих картриджей? Какие там компоненты, какие сорбенты, от каких поставщиков? Это очень важно. Где они производятся? То тогда вы пользуетесь этой маленькой машиной для собственной воды. Я правильно понимаю, что изначально этот бизнес возник из идеи заниматься водой. Водой, причем не на российском рынке, а для удовлетворения потребностей зарубежного рынка. Да, да, мы сделали первую партию фильтров для Лаоса, для Иордании, для всех стран, где точно совершенно известно, что вода некондиционная по определенным типам загрязнений. Потом начали у себя проверять, у нас тоже не очень хорошо. А технология была чья? Очень интересная история. Мы сделали мозговой штурм, собрали человек 50, наверное, на первое, советских ученых в один, это был 91 год, в один зал, дали им бутерброды, все голодные были, дали им бутерброды, кофе, и целые сутки с ними там сидели, разговаривали про воду. Потом они начали между собой спорить, они, оказывается, друг друга знали, ругались со страшной силой, как на защите докторской диссертации. Мы выделили две группы ученых. На вторую встречу пригласили только их. Они начали опять драться через часа три. Мы выбрали одну группу и стали с ними работать. Это как раз был, вот тогда появился Маслюков Александр Петрович, лауреат государственной премии. Он получил эту премию за Афганистан, за спасение нашей армии в Афганистане от гепатита по воде. И на базе его основной идеи был создан один из первых сорбентов. Йодосодержащая смола метис. Метем – йодосодержащая смола метис. Все просто. И он является… И он является акционером, да. Конечно. Одним из совладельцев… Конечно. Барьера. …проекта, который… Конечно. Как продвигали на рынке неизвестный никому продукт? Очень просто. Телевидение, центральное, ТВЦ, так я сейчас не знаю, как тогда, но забыл, вернее, как называлось. Они сказали, давайте мы про вас покажем эту историю. Мы пили воду из Яузы. Как раз этот профессор в прямом эфире набирал воду, пил, никто не верил. Прямо из Яузы. И телевидение, поскольку у нас не было денег, забирало у нас продукцию. Фильтры. И в магазине «Фиалка», недалеко от Белорусского вокзала, в то время стояли толпы людей, сотни людей в очереди за нашей продукцией. Но вся выручка уходила на телевидение. То есть некий договор такой был. Они нам время, люди. Эфирное. Да, эфирное. А мы им товар. А товар в их магазине, он как-то там с ними был связан. Все деньги поступали к ним, но очереди были бешеные. Я даже помню случай, когда, если вас останавливал ГАИ, и вы говорили, что мы те самые люди, которые вот такие фильтры, то нас просто даже за нарушение правил освобождали. У нас маленькие фильтры тоже были, такие трубочки, которые на вооружении в советской армии стояли. И в МВД, и в Чечне, и так далее. Мы были, я как сейчас помню, и стюардессы узнавали нас, потому что реклама колоссальная тогда вот была именно. Ну, попробуйте найти человека, который из Яузы просто попьет водичку. И живой будет потом, правда же? Это прямой эфир был, совершенно четко все. Мы потом такие же эксперименты делали в Болгарии и в Париже, из реки Сена. Институт Пастера пил. Ну и как? Мы получили бумаги о том, что мы создали устройство, которое не имеет аналогов в мире, но даже воды, которую можно было придумать
в лабораториях такой воды на Земле нет. Просто нет там 10 в 15 степени клеток бактерий на литр. Это только в лаборатории такую кашу можно сделать. Так вот, наши системы подавляли до нуля. Пастер был просто в шоке, и поэтому их сотрудники, чтобы французы им поверили, тоже пили воду из сены. У нас даже есть записи эти. А сейчас, вот если поговорить о некой конкуренции на рынке фильтров, а у Барьера, ну, по факту, больше половины. Вы чувствуете, и как и до этого момента, вы чувствовали конкуренцию? Или для вас... Знаете, Оль, я очень просто вам отвечу. Мировой лидер — немецкая компания. Я в то время поехал прямо к ним и сказал: давайте будем вместе дружить. Делать. Да. Основатель компании, господин Ханкамер, сказал: слушай, мне так нравится, давай. А совет директоров, Брита, кстати, это его дочка, она тоже сказала: давайте. Но еще трое было людей, которые сказали: нет, мы победим, они победят. Сейчас они на каком-то там третьем или четвертом месте в России. А мы, в общем-то, на некоторых территориях уже не советских выигрываем. И уверены, мы победили их здесь, мы их победим и за границей. Потому что они-то чистят чистую воду, как нам он так и сказал. Ты понимаешь, ты в зоне опасности живешь. У тебя всегда вода некондиционная. А я-то чищу чистую воду, поэтому я тебе не конкурент. То есть я правильно понимаю, что вы по факту удовлетворены неким уровнем развития этого проекта и не видите его дальнейшего развития? Конечно, нет. Если, как я могу быть? Мы сейчас создали компанию в Китае русскую. Будем строить там завод русский. Будем продавать эти фильтры в Китае. Уже есть все соглашения. Первый покупатель у нас крупнейшая японская корпорация, которая хочет распространять все это в Китае. Вот. В Индии то же самое. У нас есть фирма в Соединенных Штатах Америки. А сколько доля экспорта сейчас? Какая? Ну, 10%. Сейчас 10%. Ну, на самом деле, мы будем экспортировать первое время только картриджи. Потому что, собственно, пластмассовые изделия надо делать на месте. Цена та же самая, что в Америке, что в России, что в Мексике, что в Китае. Примерно то же самое, потому что машина это делает. Там человеческий труд занимает, не знаю, 5%. То есть зарплата как бы. Да, остальное все пластмасса и та же самая машина. То есть более эффективное производство получается там, на месте? Нет, просто транспортных расходов нет. И таможни нет. Логистика другая, да? А картриджи отсюда. Но когда понадобится картридж там, мы просто свои машины автоматизированные перевезем в то место. И все. А поскольку компоненты у нас мировых производителей, то мне абсолютно все равно, откуда получать кокосовый уголь, который делается на Филиппинах, в Россию или в Америку, или в Китай. Цена будет примерно та же самая. Поскольку для разных регионов, как вы сказали до начала нашей беседы, фильтры производятся разные, то и для разных стран фильтры, получается, будут разными? Конечно, конечно. У нас есть фильтры, например, для там, Бангладеш, там мышьяк. Есть специальная разработка для вот территорий, которые заражены такими загрязнителями. Есть против бактерий фильтры и вирусов. Это точно южные страны. Мы получили все сертификаты международные, американские, немецкие. И поэтому мы абсолютно уверены в успехе этого продукта. Потому что вот из любой лужи пейте, и все. Никаких вопросов. Продолжим тогда после перерыва. Хорошо. Вы смотрите «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Виктор Сапрыкин, основатель и совладелец группы компаний «Митем» и профильная титульная компания «Фильтры Барьер». Так точно, Оля. А сколько сейчас, ну, по вашим, может быть, даже точным подсчетам, в Российской Федерации пользуются фильтрами Барьер и каков потенциал роста? Сколько еще семей может включить в свой технологический обиход? Вот по нашим оценкам, 15 миллионов российских семей пользуются нашими системами. 15 миллионов домохозяйств – это много, мало? Ну, умножьте на 3. Ну, да. 45 миллионов человек ежедневно. Значит, а всего 150. 150, да. Да, но это с маленькими детьми и так далее. То есть, поэтому потенциал есть. Я думаю, процентов 30 еще можно, да, расти. Да, я хотела сказать, процентов 30, наверное, да, еще можно. Ну, а остальные будут выбирать
лучшее. Всегда же выбираешь лучшее. Попробовал это, попробовал то, но первое было лучше. Поэтому... А я вот, знаете, еще хотела задать вопрос в связи с этим. На фондовом рынке, с инвестиционным рынком всегда плохо, и в России не умеют инвестировать. Говорят, что для того, чтобы твоя компания была успешна, нужно развивать рынок целиком. Вот как вы считаете, фильтры относятся к той категории, что нужно, в принципе, приучить к некой культуре очистки воды, а потом уже между собой делить потребителей? Конечно, конечно. Поэтому любая реклама, любые статьи информационные, которые создаются нами или нашими конкурентами, они обучающие. То есть любой фильтр – это хорошо. Любой. Вот марля даже. Солому какую-нибудь задержите. Правда же? То есть механический фильтр. На входе в квартиру нужно, там, перед техникой бытовой. То есть вы считаете, что есть некая российская авось, что, может быть, и не стоит пользоваться фильтром? Или это уже не проблема на российском рынке? Ну, вы знаете, очень много было за это время сделано публикаций, выступлений, поэтому у нас культура, в общем-то, высокая сейчас по сравнению, например, с тем же Китаем или даже там, я уж не говорю про Индию. А почему это 15 миллионов, а не больше? 15 семей? Ну, да. Нет, ну еще же другие половины занимают в сумме. Значит, следующие 15 миллионов, наверное, другими пользуются, поэтому миллионов 30, а может быть 20, но пользуются. Многие фильтрами проточными пользуются. То есть нужно пользоваться фильтрами, потому что это вода... Это безопасность. Это безопасность, причем на последнем метре. Вы точно знаете, что вы у себя в доме имеете воду лучше, чем перед вашей квартирой. В вашей квартире она лучше, правда же? Вы считаете, что отчасти залог успеха бизнеса, хотя я не люблю фразу «залог успеха», но важный фактор – быть первым на рынке? Ну, конечно, конечно. Первые всегда. Им труднее, потому что удержаться на первом месте очень трудно. Но успех в этом всегда есть, и другие проекты легче раскачивать. Я, например, прихожу с другим проектом, с какой-нибудь энергоэффективностью. Вот мы умеем экономить энергию и не просим у вас денег. Да? Умеем так работать. Приходишь к губернатору, начинаешь ему про это рассказывать, но он-то про барьер думает. То есть барьер открывает дверь любую. Я встречался с премьер-министром, рассказывал ему про барьер и так далее. Потому что все знают, это национальный бренд. Узнаваемость очень высокая. Он входит в какой-то список там 100, по-моему, 50. Самых узнаваемых брендов, таких как Большой театр. Черная икра, там, представляете, да? Вот. Российские достояния. Да, в список наиболее известных слов. Но ты-то говоришь про энергоэффективность, там, про светодиодные лампы или там, про тепловые насосы, а он-то думает про барьер. Вот. Поэтому барьер – это ключ к успеху любого другого проекта. Это лидер, драйвер. И поэтому начинаем про энергосервис, а барьер – все время имеем рядом, как некую гарантию, что если ты это сделал, значит, ты в другом деле тоже можешь, в общем, быть успешным. Да, правда же? Поэтому важно иметь успешный проект, хотя бы один. А в совокупной выручке группы компаний сколько? 50%. Совокупная выручка, барьер 50%. Остальное, второе место занимает проект компоненты для автомобильной техники. Это совместное предприятие с концерном «Континенталь». Цифровые тахографы, комбинации приборов. Третье место занимают видеокамеры, видеорегистраторы «Байтерк». Четвертое место занимают системы, кодовые замки и запирания. Замки повышенной секретности. Все, что связано с безопасностью на входе. У вас все с безопасностью на входе? Ну, не все. У нас еще энергоэффективность, у нас есть еще видеонаблюдение специального назначения, тепловизионное, ночное, потери энергии. У нас энергетическая безопасность, экологическая безопасность, физическая безопасность. И у нас есть еще проекты социальные для слабослышащих детей, для слепых людей. Ну, такие направленности для... А как эти проекты появляются в вашем портфеле? Ну, на самом деле очень просто. Либо у кого-то болеет ребенок, и ты начинаешь заниматься этим просто, чтобы помочь. Сначала просто помогаешь, а потом создаешь какую-то, например, звуковую книгу мы сделали для слабовидящих людей. Да? И очень много продавали ее через Министерство труда и разные фонды.
Вот. Потому что все пожилые люди не видят, а слышать могут. Мы создали устройство, которое позволяет в очень хорошем качестве голосами народных артистов читать известные книги. Вот они сидят и слушают, бабушки эти там и так далее. Ну, много разных проектов медицинских. Что бы вы назвали вашей персональной зоной ответственности в группе компании Митем? Где ваше слово последнее? Ну, вот за 25 лет, в этом году нам 25 лет, первый Митем был 16 апреля создан, 90-го года. Я понял за 25 лет, что я отвечаю за то, чтобы все люди, которые садятся за один стол и обсуждают какую-то идею, будь то пожилой человек, молодой, доктор наук и просто человек без образования, какой-нибудь человек из Средней Азии, плохо говорящий на русском языке, и интеллектуал из Германии, который только на немецком языке может говорить, поняли друг друга. Вот моя задача сделать так, чтобы круглый стол, за которым сидят все разные люди, в том числе и женщины, про которых говорят и рассказывают анекдоты, что они там блондинки, и они на самом деле очень часто совсем, совсем умнее, чем все остальные. Поэтому у меня жена блондинка, я прям точно знаю. Вот, поэтому вот как сделать так, чтобы этот коллектив поспорил, но потом понял, что все они могут работать в одной команде. Создать команду единомышленников, которые все разные. Вот это моя работа. Все эти 25 лет я собираю команды. Если они ссорятся, я пытаюсь их помирить. Если они совсем не могут работать, ну, мы их распускаем тогда. Но вот я занимаюсь собиранием и распусканием команд. В России всегда говорят о неких сложностях создания и развития бизнеса. Вот вы предприниматель, со стажем, с опытом разных историй, и, наверное, были истории неуспешные. Конечно, абсолютно. Как вы считаете, почему у одного человека там получается, у другого не получается, и насколько в России комфортны, некомфортные условия для ведения бизнеса? Ну, получается и не получается, это главное, вот я бы так сказал, если идея хороша, идея сама по себе, ну вот водоподготовка, вот фильтры, да, это же замечательная идея. Вы встаете каждый день и говорите, я помогаю людям, я создаю для них здоровую среду обитания, правда? Это вам не продавать, я извиняюсь, там какой-нибудь алкоголь, который, в общем, не всегда полезен, да? А вы помогаете жить людям более здорово, да? Коммунистических идей не так много. Ну, у нас они есть. Вот. И поэтому сначала идея, она должна быть правильной, понятной всем. А детям, пожилым, там, правительству, я не знаю, там, банкам, да, идея. Дальше, человек, который этим занимается, или команда. Они должны быть абсолютно преданы делу, они должны быть доверенные лица, потому что в противном случае своруют. Точно, абсолютно, вот за 25 лет говорю, если не на того человека поставили, через год он начинает приворовывать, потом он начинает думать, а он вообще на самом деле сам по себе все это придумал. И вообще, он незаменимый. И он незаменимый, все, он дуется, потом начинает не приворовывать, а воровать и так далее. Все развалится тогда. Поэтому первая идея, второе – люди. И третье – желательно немного денег. Чуть-чуть денег вот подбросить в костер ему, и потом еще раз подбросить, чтобы вывести. И тогда все нормально будет. Это что касается создания бизнеса. Идея, люди, деньги. А вот вы развиваете свой бизнес так, на свои или так. Привлеченные? И так, и так. На свои сначала. Всегда на свои. Первые полгода на свои собственные деньги. И деньги ближайшего человека, который со мной. А потом привлекаем. Ну и потом либо разваливаемся, либо летим. А у вас концепция ваша личная бизнеса развить и продать или развить и оставить? Это обе концепции присутствуют. Если есть в доле или в интересантах иностранцы, то тогда развить и продать. А если только русский проект, то в основном развивать и дальше развивать.
То есть вот как-то у них культура приобретения стартапов, она уже отработана, поэтому все проекты с иностранным участием мы, как правило, продаем через некоторое время часть или полностью. А что было вашим первым личным бизнес-проектом? Как вы стали предпринимателем? Как я стал предпринимателем? Очень просто. На самом деле, я занимался в Бауманском университете в аспирантуре, и ко мне пришел один доцент и говорит: слушай, ты хочешь деньги получать просто так? Я не понял, как просто так. Ну, просто так. Вот хочешь деньги получать? Ну, давай. Денег всегда же не хватало в советское время. Ну, и мне стали платить деньги. Я говорю: Толя, а почему вы мне платите? Говорит: дело в том, что такой закон, что если, например, ты хочешь платить какому-то человеку 5 000 рублей тогда, ты не можешь платить ему 5 000 рублей. А ты можешь платить, например, еще 10 человекам по 300 рублей, и тогда ты платишь этому 5 000. В сумме ты имел право в среднем выплачивать такую-то сумму разрешенную, без больших налогов. То есть ты как бы был мертвой, живой душой в творческом коллективе, и тогда можно было гениальному человеку заплатить много, легально. И вот около гениального человека собирались друзья этого Толи, которым он просто так раздавал 200 там, рублей. А тогда зарплата 130 была. И это был первый проект финансовый, который меня сподвиг. Я говорю: ничего себе, значит, нужно заниматься бизнесом, а не и наукой, и бизнесом. И тогда начались уже железные проекты, там, роторные насосы для переливания крови, изделия для принудительной остановки автомобилей «Диана» для МВД, ну, мне и кажется, другие. Тоже самая известная ваша история о том, что вот эти вот, ленты. Как правильно назвать, ленты, да, для остановки, да, автомобилей, mm-hmm, они сейчас-то используются? Да-да, конечно, мы тогда наделали этих лент столько, что они сейчас на складах еще. На всех постах ГИБДД стоят наши изделия, еще тогда созданные. Так вот почему ваши сотрудники ГИБДД это знают, не по фильтрам барьер. А наши знают из-за тахографов тоже, потому что тахограф — это прибор для того, чтобы контролировать скорость и время труда и отдыха водителей. Это ГИБДД, они контролируют тоже. Мы очень дружим с ними, потому что они нас знают. А вот эти идеи, ну, наверное, опять такая, знаете, вечная тема в России. Угу. А Россия не высокотехнологичная страна. Хотя один... Смотря в какой области. Да, известный предприниматель был гостем на одной из наших программ. Он сказал, что если страна что-то хорошо делает, ну, итальянцы, условно говоря, известны как законодатели моды, то нужно специализироваться каждому на своем. Кому-то на газе, кому-то на нефти. У вас все-таки бизнес медицинский, технологичный, наукоемкий. Это с чем связано? С тем, что вы сами закончили Бауман? Умища некуда девать. Мы закончили Бауманский. У нас в основном бауманцы и люди там из физтеха, и в МИФИ, действительно, где вот готовят, ну, может быть, не самых плохих инженеров. Но заниматься просто перепродажей там женских платков, да, ну, неинтересно, понимаете? Хотя заработать, наверное, можно много денег. Интересно создавать то, что до тебя сделали плохо или вообще не сделали. Поэтому мы, как правило, занимаемся проектами, которые могут быть либо первыми в России, либо первыми в мире. И вот такая цель. Если заниматься проектами, которые не стали первыми или не могут стать первыми, лучше им такими проектами не заниматься, неинтересно. Хотя это очень тяжело, конечно. Если немножко к тактике вернуться, то 2015, 16, 18 год, среднесрочные перспективы, если посмотреть, каковы основные задачи вы ставите для вашего бизнеса? Захват других территорий. Китай, Индия, Филиппины, Латинская Америка, Марокко, Африка Северная, славянские страны Европы. Мы уже там. Мы вот все, что я перечислил, мы уже там. Российский рынок тесен вам? Или вы хотите... Ну, если мы здесь первые. Здесь удержать позиции, а там завоевать новые территории. Ну, абсолютно понятная стратегия. Мы лучшие завоевать в России. Значит, мы можем быть лучшие в Марокко. Потому что там тоже брита та же. Если я ее здесь победил, какая разница, где с ними сражаться. Правда же? Конечно. Вот и все. Поэтому туда поехали. Причем мы нанимаем немцев, чтобы они нам помогали за границей работать. Они четко работают
в 8 пришел, в 9 ушел. И работают, как машины. Поэтому нам нужны немецкие менеджеры на западных территориях, на восточных территориях, как управленцы. Мы их нанимаем, они с нами работают. А вот раз уж вы сказали про менеджмент, какие основные ключевые сложности возникают на российском рынке с точки зрения производительности труда, эффективности работы? Ну, известные. Конечно, тяжело найти правильных людей, потому что все хотят либо больше зарплаты, либо хотят работать в другой компании, где меньше работы при той же зарплате. Это известная история. Поэтому трудно удержать людей. Топ-менеджеров мы удерживаем путем передачи им долей или создания для них новых рабочих мест тоже на топ-уровне в соседних проектах. Средний уровень удерживается зарплатой и интересом вот к этому продукту, перспективами. Ну а внизу у нас у рабочих, например, довольно высокая зарплата средняя. И поэтому к нам, в общем-то, на производствах стоят, все время есть люди, кто готов прийти. Мы больше платим, чем соседи. Я всегда прошу привести в пример, рассказать какую-то историю из жизни, из развития бизнеса компании, которая, ну, запомнилась, произвела на вас впечатление, может быть, какая-то ошибка, совершенная в прошлом, которая простимулировала дальнейшее развитие. Ну, таких, на самом деле, случаев очень много. И я уже говорил о том, что фильтры, допустим, родились в Лаосе, идея фильтра родилась в Лаосе, потому что вода грязная, денег нет. Что делать? Водку пить. Потому что если пьете водку с утра в Лаосе, тогда можно любую воду дальше пить. Не будет проблем с желудком. Вот. Поэтому в посольстве нас сразу спросили, сколько водки вы привезли, чтобы неделю там выжить. Серьезно, так спросили? Да, абсолютно точно. Иначе очень трудно было там прожить. Есть проекты другого, вот, например, электронные проекты. Один родился в Дубае. Ментимер Шарипович, например, президент Татарстана. Да. Да, вот он, собственно, стоял у истоков тахографа, потому что он подписал постановление правительства у Черномырдина, наше постановление об обязательном применении. Но мы 2 часа сидели, и мы дотла сгорели, что называется, на этом пляже. В Дубае как раз с ним встретились. А он сказал, если будет завод у меня в Татарстане, я помогу. Помог. Крупнейший налоговый плательщик сейчас этот завод в Татарстане. Кстати, Барьер тоже крупнейший налоговый плательщик в своем регионе. Поэтому, ну, много было историй. Каждый проект обязательно связан с какой-то историей. То есть просто так ничего не рождается. Знаете, вот когда у тебя один какой-то проект, ты понимаешь, что тебе там нужна прибыль, выручка, экспорт, там новые рынки, продвижение, там узнаваемость бренда до такого-то уровня. То есть более-менее эта история структурирована. А когда у тебя такое гигантское количество разных проектов, и они так появляются у вас несколько стихийно, у вас же нет плана, в этом году мы должны запустить столько новых проектов. Есть. Нет, конечно. Вот поэтому, грубо говоря, когда вы будете удовлетворены результатом своей деятельности? Знаете, одна женщина, которая занималась астрологией, я не очень им верю, конечно, но она мне сказала, очень интересную фразу выдала. Она сказала, слушай, последний твой проект будет за день до твоей смерти. Интересно. То есть, я не остановлюсь. Мне просто это нравится, даже не из-за того, что это деньги там или... Просто новый проект – это всегда новые люди, это всегда попытка преодоления каких-то там, ну, нового удовлетворения от того, что тебе удалось что-то такое сделать, а люди, которые вокруг, они стали получать больше денег, стали лучше жить. Потому что, ну, вы же понимаете, когда люди производят более там 30 миллионов изделий, меня чиновники часто спрашивают, что ты на таких дорогих машинах ездишь? Такие же, как я. Как бы, да, он намекает. А я ему говорю, ну, слушайте, а я вроде как десятки миллионов изделий выпускаю. Если 1 рубль я с каждого изделия имею. Как вы? Он сразу умножает, да? А 2 рубля с каждого изделия? Он совсем умножает.
А три. Он говорит, все-все-все, мне понятно. Ну, откуда источник, правда же? А вот про себя-то он не может ничего такого сказать, потому что у него-то фиксированная заработная плата. А ездит он на таких же машинах. Поэтому со мной хотят многие дружить чиновники, потому что я легальный источник успеха. Понимаете, да? Вот и все. Так и какое очень мало. Последний вопрос к вам. Интервью кого из бизнесменов, из коллег вы бы с удовольствием посмотрели? Из моих коллег, да? Ну, из любых представителей российского бизнеса. Ну, на самом деле, много очень интересных людей. Вот когда мне задают вопрос, там, кто тебе интересен из предпринимателей, я, наверное, бы посмотрел интервью все-таки молодых, новых ребят. Вот как они сейчас думают. Потому что то, что я говорил 20 лет назад, вы можете увидеть в фильме по российскому телевидению, показывали его. Этот фильм называется «Объяснение в любви». Такой фильм был о нас. Нам тогда было на 20 лет меньше, но говорили мы тоже многое там. Сейчас интересно смотреть. Вот я бы посмотрел интервью нескольких новых молодых людей-предпринимателей, у кого уже есть бизнес, какие-то производства, а потом бы посмотрел это же интервью через 20 лет. То есть сравнил вот свой путь с их путем, да, как бы, что вот у них получилось. Есть что-то о бизнесе, о чем я не спросила, но является очень важным? Есть. Что? Любовь к родине, к своей компании и к своей семье. Это бизнес тоже, потому что без этого не сделайте бизнес. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. Возможно, мы с вами увидимся еще так лет через несколько, и у вас будут новые горизонты. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо большое. До свидания. Гостем программы был Виктор Сапрыкин, основатель и совладелец группы компании «Митем». И эта компания известна одним из своих брендов – это «Фильтры-барьер». Удачи вам и до встречи.